«Еще не вечер» – это не название песни, а коллектив волонтеров серебряного возраста идут в ногу со временем. В прямом и переносном смысле, только это уже не утренняя гимнастика, как у Высоцкого, а флешмоб. Гимнастика ходу в Анапе началась с 5, сейчас это 300 человек, 7 групп по городу. Он под силу даже кому под 80. Валентина Хиониди серебряный возраст называет вечной молодостью. У нас даже они до того отходят, говорят, мы, по-моему, как по новой на свет народились, когда вот после занятий. Выходят, такая легкость. Занятия для серебряников в Центре культуры «Родина» бесплатные, приглашают всех желающих. А вот жителям микрорайона 3А удобнее посещать Дом культуры молодежный на Крылова. Управление спорта уделяет внимание физподготовке горожан любого возраста. У нас существует «Серебряный возраст», такая организация, в котором для нашего поколения бесплатно гимнастика 5 раз в неделю. Молодежным. Приглашаем всех жителей серебряного возраста вступать в нашу организацию. Это абсолютно бесплатно. После флешмоба всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Она объединила всю Россию. Экскурсионный проект проходит по особому маршруту. От Театральной площади по скверу имени генерала-фельдмаршала, главнокомандующего русской армии Ивана Гудовича. Анапский маяк – свидетель Великой Отечественной войны. В этом году 110 лет, как он начал работать. Остановка на высоком берегу Белой Лебеди. Объект культурного наследия Кубани. В 1943 году здесь размещался штаб Анапской военно-морской базы. Да и сама обновленная набережная с новыми светильниками в форме кораблика и уличными тренажерами – объект притяжения для миллионов туристов из всей России. Люди старшего поколения, молодежь, прошли по нашему чудесному городу, по тем маршрутам, которые сегодня уже являются пешеходным Теренкуром. И мы рады, что имеем такую возможность круглый год пройтись, оздоровиться. Это был пилотный проект. Серебряные волонтеры обещают, что очередные 10 тысяч шагов к жизни совершат 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.